Ни один вопрос не остался без внимания. Выездной прием граждан провел помощник президента, инспектор по Гродненской области Сергей Равнейко. Встреча прошла в Слониме, и, как было отмечено, именно такой формат общения, да еще и непосредственно в регионе, весьма востребован населением. Такие выездные приемы проходят регулярно, и, как отметил помощник президента, многие вопросы, затронутые в ходе предыдущих встреч, уже сняты. В этот раз жители Слонимщины обратились как с общими вопросами благоустройства территории, капремонт, так и с личными помощью в получении гражданства. Все без исключения обращения услышаны и будут решены в кратчайшие сроки.